6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, переводятся на десятки языков. В свое время Александр Пушкин приезжал к нам в Казань в сентябре 1833 года. Тогда его посещение было связано с работой над историческим романом о событиях крестьянского восстания 1700 1773-1775 -го, -го годов под руководством Емельяна Пугачева. Мы с вами вводили рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. И сегодня у нас представляется уникальная возможность познакомиться с прижизненным изданием «История Пугачевского бунта». Выехав из Петербурга 17 августа, посетив Москву и Нижний Новгород, в ночь с 5 на 6 сентября приблизительно в 23 часа 30 минут поэт прибыл в Казань. Переночевал он в гостинице Старого дворянского собрания в Петропавловском переулке, теперь улица Рахматульна, дом 6. Утром 6 сентября Александр Сергеевич отправился в дом генерал-майора Энгельгарта, тести Евгения Абрамовича Боротынского, поэта и доброго приятеля Пушкина. Здесь он неожиданно встретился с самим Боротынским. В этот же день Пушкин поехал на окраину Казани, в Суконную Слободу, с намерением пообщаться со стариками-очевидцами. В одном из кабаков, упомянутом в книге о Пугачеве, он беседовал со старым суконщиком Бабиным. О событиях июля 1774 года, штурме Казани и разгроме пугачевцев правительственными войсками Михельсона Бабин рассказал со слов своих родителей, которые были свидетелями упомянутых событий. Рассказ Бабина оказался очень интересным и важным для Пушкина. Всю вторую половину дня поэт обрабатывал записи своей беседы и сделал наброски будущей седьмой главы. Утром следующего дня на проводах Боротынского в доме Энгельгарта Александр Сергеевич Пушкин встретился и познакомился с кадром Федоровичем Фуксом. Профессором патологии и терапии Казанского университета и знатоком, большим знатоком местного края. От Фукса Пушкин узнал в частности о бывшем расположении лагеря Пугачева в Казани для того, чтобы воочию увидеть места событий. Один отправился по сибирскому тракту к деревне Троицкая Нокса в 90 верстах от центра Казани, где перед взятием Казани находилась ставка Пугачева. Уже на обратном пути Пушкин объехал Арское поле и к 12 часам приехал в Казанский Кремль, окруженный полуразрушенными зубчатыми каменными стенами и башнями. Полтора часа он осматривал достопримечательности исторические Казанского Кремля. Это здание, церкви. Ну а после затем он поехал в дом Ингельгарта, и там уже писал он до двух часов дня. Ориентировочно в 6 часов 30 минут утра 8 сентября поэт выехал из Казани в Симбирск. Его провожал приехавший рано утром Братынский. При расставании Александр Сергеевич подарил ему свой портрет работника художника Вивьена в небольшой рамке, сделанный самим поэтом. Этот портрет малоизвестен и хранится сейчас в музее Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Еще перед самим отъездом из Казани поэт написал два небольших письма. Жене Фукса Александре Андреевне, где благодарил за гостеприимство, и жене Наталье Гончаровой. Посещение Казани помогло Пушкину при написании истории Пугачевского бунта. Записи пригодились ему и в «Капитанской дочке». Последнюю он с дарственной надписью выслал казанским друзьям, супругам Фуксом и Боротынскому. Но в Казани, к сожалению, этих экземпляров не осталось. И вот перед нами результат продолжительной работы Александра Сергеевича Пушкина. Это историческая монография «История Пугачевского бунта» о событиях христианского восстания 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева. Он тогда содержался в Казани, и ему организовали побег. И у него, конечно, были личные счеты, и не оставалось ничего другого выбора, как свергать действующую власть. Нужно сказать, что особенность вот этого экземпляра – это прижизненные издание, и нужно обратить внимание еще на одну особенность здесь в оглавлении указана ссылка на источники, собственно, когда приезжал Александр Сергеевич к нам в Казань в сентябре 1833 года, разговоры и та информация, которую он здесь подчеркнул, он здесь это указывает. История Пугачевского бунта стала первой попыткой всестороннего исследования этого грандиозного события в истории России. И долгое время единственной. Исследование художественных особенностей и исторических деталей, стоящих за строками его монографии, составляют отдельную ветвь современной пушкинистики. Как говорил русский поэт Александр Пушкин, чтение – вот лучшее учение. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Илья Андреев, Радмир Софиулин, КФУ «Итоги недели».